Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор Волкер, я автор книг, и мною написано уже более 10 книг, и есть детские книги, серия про котика Узика, есть мистика, фэнтези, романтическая история, книги написаны на русском и украинском языке, есть переводы некоторых книг уже на английский язык, можно купить на сайте Amazon и более чем 50 других магазинов по всему миру. Вот, и у меня спрашивали, какая твоя самая любимая книга. Отвечаю, практически все книги любимые. Вот, но одна история, которая очень сильно трогает меня за душу, это книга «Салон Санта-Муэрта». Вот она. В чем ее особенность? В том, что я верю, что эта пара реально жила, и они мне передали эту историю, возможно, из параллельного мира. Так как я эту историю не придумывал, я ее увидел в таком городе, как Коростышев, вот за одну секунду увидел и потом написал. Так что читайте книги, поддержите автора. Всем хорошего дня!